Ребят, всем привет! А значит, появилась всякая всячина перед просмотром видео. Подписывайтесь на наш канал, обязательно поставьте лайк. Не, ну тот, кто подписался еще ранее, не стоит теребить ту кнопку, которая у вас сейчас светится серым цветом. Не надо, потому что многие как бы зачастую, о, каждый ролик надо подписываться. И кто не знает, берет, подписывается, а на самом деле он отписывается. Не стоит этого делать. Вот один раз подписались, если у вас красным не горит кнопка подписаться, значит туда просто больше никогда не лезьте. Не стоит там нажимать лишний раз эти кнопочки. А вот лайки, да, за милое дело. Обязательно ставьте лайки этому видео. Если видео не понравилось, обязательно ставьте тоже лайки. Не смотрите на эти дизлайки, потому что чем больше лайков, тем больше видео выходит на YouTube канале. На нашем YouTube канале, не вообще в принципе. Значит, что касается данного ролика. Показываем данную вещь, предлагаем цену, извините за грязные перчатки, но так получилось, много грязного пыльного товара бывало, так что инструменты показывали, а перчатки менять уже нечем, потому что их просто, вот это последние у меня остались, если кто знает, где можно приобрести белые перчатки, снизойдите, все-таки напишите комментарий и скажите, куда приехать, чтобы купить такие вот точно перчаточки, белоснежные. Короче, пример такой вот. Данный чайник, цена его будет 1200 рублей, Витек, да? Вы такие сидите, смотрите, классный, да, чайник, все такое, и цена нравится. Все, пишите, заберу чайник по вашей цене. Мы пишем вам ответ, забирайте. Если цена не устраивает, не стоит писать, что заберу там за пол цены. Это вообще не обсуждается, никто вам ответ не даст, потому что так, в принципе, делать нельзя. Если где-то найдете чайник еще дешевле, чем 1200, пожалуйста, напишите, где, я поеду проверю. Да, лично приеду, проверю, посмотрю, что да почем. Потому что я, в принципе, в ценах соображаю, знаю, что к чему. И цены, которые мы сейчас указываем, они изначально уже достаточно приемлемые, но можно поторговаться и купить еще дешевле, чем у всех в принципе. Вообще дешевле даже, чем у нас. На нашу цену можно торговаться. Цена не окончательная. Наши цены все условные и можно торговаться. Сколько раз нужно напоминать об этом в каждом ролике. Ребят, ну давайте уже... А, это же я в принципе говорю для новичков. Те, кто подписывается сегодня, те, кто ваши знакомые, да, еще не знают. Вот там у нас визитки в магазине берут, подписываются на наш канал, да, заходят первый раз. Ни черта не знают. Вот поэтому приходится это каждый раз в каждом ролике говорить. Вы тут уж извините. Те, кто знает, может про мотать, хотя можно, не нужно проматывать, обязательно от начала и до конца смотрите, потому что может быть попасться такая информация, которая вас бы в принципе заинтересует. Всегда каждый раз, когда я записываю ролик, я обязательно бла-бла-бла сначала минуты на две, а то ее уже на три минуты налялякал. Короче, погнали смотреть видео. Абсолютно новенький, хотел сказать, советского образца чайник, значит, современного образца чайник, Витек, все дела. Сейчас вам покажу модель, вот такая вот моделька, если что, загуглите, посмотрите, что да почем, если понравится, можно будет в комментариях писать, заберу. Цена будет у нас 1000, да пусть будет 1200 рублей, да. То есть он абсолютно новенький, все вот так вот, видите, там все, видите, в каком качестве, шикарно, все отлично, все красиво, по-моему, даже там с подсветочкой, да, но она нафиг никому не нужна, тем не менее, все будет красиво, диск, там все дела, вот, короче, как-то так. Переходим дальше. Сейчас убираем сюда-сюда, еще-еще, немножко неудобно, но тем не менее, очень много на столе всякого товара. Вот типа пергаментная бумага, как была в прошлый раз, там многие хотели, опять же, та же самая цена, тут видите, только помарочка, вот тут затекла водичка и вот так вот немножко запачкалась, вот тут можно срезать какой-то слой, в принципе, да, и он абсолютно будет вот как здесь все беленькое, да, вот так, вот так, вот какая бумага, 26 сантиметров ширина ее, вот тут тоже небольшая, цена ее 100 рублей, вот такая вот вся бухта здоровенная. Дальше. Вот такая вот болгарочка, 115 круг, все работает отлично, кому интересно, пишите, пишите, говорю, вот, короче, так, цена ее 1000 рублей. И, опять же, мы посидели, подумали, короче, такие, блин, ну если купят такую вещь,
Да по такой цене, почему бы не сделать классный, очаровательный подарок от магазина. И к данной болгарке у нас есть такой подарок, как вот такой вот ключ, который открывает вот эту штуку там, да, вы такие раз, туда диск суете, оп-оп, закрыли, закрутили, все красиво. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Идемте дальше. Вот такая вещь, она у нас была, я еще раз повторюсь, что она есть у нас, потому что я ее как-то спрятал, даже на полке не лежала, и забыл ее, надо было сразу распаковать. Короче, вот так вот, ребят, цифровой фотоаппарат, видите, да, раз, вот это все сенсорное, короче, вот так все работает, кнопочки тут классно, сколько пикселей, сейчас я вам просто покажу на самой коробочке. Здесь у нас, там спрашивали, батарея или еще, да, тут батарея, литиевая батарея, заряжается она, короче, все дела. Вот так вот все, вот тут все причиндалы, зарядные там все дела. И я вам сейчас скажу модельку, может кому-то интересно. Вот такая вот модель, короче, цена ее 1100. На данную вещь можно торговаться и предлагать, собственно, свою цену. Все вот так вот с чехлом, со всеми делами, документами убираем в сторону. Так. Сейчас. Еще иду. Все убрали. Дальше. Очаровательный фен. Как же без него? Опять же, я тут немножко поработал. Здесь край просто заизолировал. Цена аппарата 250 рублей. Работает все в идеале. Нет только вот такой пипки. Кому интересно, пишите в комментариях и забирайте. Дальше. Вот такая вот очаровательная бритва. Келетроник. Йо, тут вообще все красиво. Короче, вот так вот. Не знаю, тут что за модель. Ну, короче, какой-то клетроник. Все работает, вы видите, да? Все вот так вот, раз. Вот так вот, вот она жужжит, короче. Хорошо жужжит. Вот так вот можно тут подрезать, подпиливать, там, что там. Все красиво. Закрываем. Есть запасные вот такие вот штучки. Честно говоря, я этим всем не пользуюсь. Даже не знаю, как она вообще все в принципе... Вот тут есть зарядное вот это устройство, все дела. Короче, зеркальце, там можно пудру в придачу, если хотите, пудру в придачу вам, короче, дадим. Вот так вот. Вот это все 800 рублей. Кому интересно, пишите, предлагайте, торгуйтесь, не стесняйтесь. Идемте дальше. Вот такие пододеяльники, они абсолютно новенькие. Это полуторные пододеяльники. Вот, короче, их всего вот так вот, раз, два, три, четыре, все пододеяльники по 250 рублей. Кому интересно, советского образца, я даже не знаю, вот это, наверное, по-моему, сказали, польская. Ну, короче, мне без разницы, если кому интересно, предлагайте, забирайте. Дальше. Вот такие новые... майки и футболки. Значит, в каком-то ролике мы, да, предыдущем, по-моему, ролике записывали, там они в раскрытом состоянии. Не буду раскрывать, по большому счету. Можно будет зайти посмотреть. Детская и взрослая футболочки, все красиво. По 150 рублей за каждую. Идемте дальше. Вот так. Абсолютно новая, советского образца. Миксер. Не знаю, покажу вам для интереса. Здесь действительно вообще все, вот видите, в упаковке. Сейчас достаю полностью вот эту штуку. Здесь никто даже не доставал. Ничего не распаковывал. Вот видите, да? Все новенькое. Здесь все замотано. Еще заводская замотка. Может кому-то интересно, там типа, знаете... ценители всего советского, вот видите, да, красиво, это типа блендер, видите, да, вот так вот, столько много причиндал, короче, доставать тут и тесто, мясо, и все что угодно, доставать все это не буду, цена аппарата 850 рублей всего лишь, для советского образца,
которую днем с огнем не сыщешь вообще в принципе. Такая вещь, это редкость, поэтому кому интересно, пишите и предлагайте. Сейчас я его по-быстрому уберу, чтобы не нарушить коробочку, там все дела, чтобы оно, знаете, все было красиво. Все вот так вот убираем в сторону. Так, идемте дальше. Вот такой коврик. Это такой же коврик для пляжа, там все дела, для фитнеса. Вот он тут еще раздвигается напополам. Вот, видите, да? Вот так вот. 100 рублей всего лишь этот коврик. Кому интересно, пишите, предлагайте. Дальше. Дальше вот такая вот вещь. Очаровательная. Короче, пошла посуда. Нет, тут еще что-то будет. Сервиз. Не знаю, насколько он вам понравится, не понравится. Надо приходить смотреть. Я его прям вот распаковывать не буду. Но он, короче, весь новый. Абсолютно, абсолютно весь красивый. Его цена всего лишь 1100 рублей. Пишите и предлагайте. Так, дальше. Сейчас я вот это возьму чуть-чуть сюда. Это вот сюда. Дальше. Вот такие вот красивые ложки. Это десертные. Они вот тут, видите, это не пластиковое. Это стекло или хрусталики. Видите, красивые. Все вот тут в золоте. Они такие, видите, необычные. Короче, одна ложка всего лишь 50 рублей. Всего лишь. Ну, набор это, естественно, 300 рублей. Хороший, кстати, наборчик. Дальше. Вот такая штука. Вот такие вот вещи. И вот такая вот штука. Это... для унитаза набор, короче, ёршик и подставка под него. Вот так вот за всю 150 рублей. Дальше, вот эта вот штука, это для кухонных принадлежностей. Вот тут нарисовано. Вот, видите, всякую ерунду вешают, которую предназначена для кухни тут. Там ополовник, там все дела. Ну так, пусть будет рублей 100. Она абсолютно новая. Дальше, вот такие вот по 3 метра, пусть будет рублей по 30 раз. И вот такая вот Topex, вообще хорошая, пусть будет 50 рублей. Дальше это убираем в сторону, дальше, еще. А, вот еще один такой ёршик, вообще тут с жесткой и с такой обычной, вот так вот за все, пусть будет рублей 100. Дальше, просили вот такой штангер-циркуль, пожалуйста. Сейчас покажем, все расскажем. Вот так вот все выезжает, которым надо там, да? Просили. Все отлично, все работает. Ни ржавый, ничего такого нет. 250 рублей и он ваш. И вот такие вот лампочки. Вот она, гора лампочек. Тут, короче, много всего, они абсолютно новенькие. Значит, вот эти в коробочках будут по 35 ватт, они будут по 35 рублей. Вот такие все в коробочках, да, там. Тут, честно говоря, надо смотреть, какие цоколя, какие чего. И тут особо... так, вот так. Короче, вот так. Видите, тут все всякое разное. Тут особо я так и не покажу вам ничего наглядно, потому что это все в разнобое. И все они тут от 20 до 35. Вот так вот все за эти лампочки. Можно торговаться и предлагать свою цену. Ну а теперь переходим полностью к рубрике по посуде. И сейчас я вам в подробности буду все рассказывать. И начнем мы, пожалуй, вот с этой вот штуки. Это, черт её знает, что это вообще, пельменница, может быть, не пельменница. Она такая, знаете, вот с огромной ложкой. Она такая новая ложка, вообще шикарная. Вот, короче, так. Вот это все вот так вот на подставочке подается на стол. Можно в пустом состоянии, да, крышка накрыли, вроде как стол накрыт. Но внутри можно ничего не оставлять. А можно что-то тут типа наварить, нажарить, напарить. И, короче, все красиво. Вот так вот диаметр где-то около 14 сантиметров. Она такая вот достаточно глубокая, красивая. Ее цена 400 рублей. А... скорее всего, она даже может запекаться в духовке с какого-то такого материала хорошего. Дальше. Две пиалки, вот такие чпиалы.
они абсолютно новенькие, их две штучки. Вот это черненькое, это что-то там заводское, оно там внутри въелось, короче, все дела. Но вот так вот за одну и вторую по 50 рублей. Дальше вот такие вот очаровательные тарелки. Вы посмотрите, насколько все красиво сделано. Здесь все белое, чистое, чтобы ложкой вот так вот не царапать. Сделали все грамотно по контуру, видите, да? Это для первого, глубокая такая, вся красивая, из себя абсолютно новая. Ее цена всего лишь 60 рублей. Их 6 штук. Вот так вот, раз. 60. И вот такие вот тоже большие тарелки, достаточно такие большие, они где-то на 20 сантиметров, 22. Сейчас мы заценим это по-быстрому. Да что ты будешь делать? Надо уже скоро покупать какой-то прибор, так вот на голову цеплять, чтобы я мог просто двумя руками все это делать. Вообще неудобняк, ребят. Вот. 24 сантиметра тарелка. И вот эта тарелка 24 сантиметра глубокая. Все они по 60 рублей. Все сделано абсолютно в идеале. Ой, в смысле, новое. Что такое, спорол, ни хера себе. Короче, все красиво, все без беспорядка. Идемте дальше. Вот такие очаровательные глечики. Ну, это, короче, видите, да? Вот так вот с ручкой. Такие очень удобные, видите? Они такие небольшого роста. Такие достаточно компактненькие для каждого. Ну, порция, короче, порция там запекли. Все красиво, все абсолютно, видите, навьё. Вот каждая штучка 60 рублей. И они будут ваши. Их всего лишь 6 штук. Ну, набор для запекания. Вообще шикарная вещь. Сейчас убираем, убираем. В сторону это все дело. Дальше. Вот эти вот кружки. Короче, здесь все вот так вот сделано абсолютно ни о чем. Оно такое все... Ну, так, честно говоря, это чисто для декора. Максимум, что можно, это чисто для декора. Крышка тут еще. Нафига крышка в пивной кружке? Я вообще не знаю. Для декора. Короче, кружечки по 50 рублей. Вот одна. И вот вторая кружка. Что-то тут поналепили, понапридумали. Тут какой-то цветочки. Ой. Дальше. Вот такая вот стопочка. Короче, вот. Это не хрусталь. Стеклянная стопка. Она, короче, вот такая, типа сапожок. Все красиво, без сколов и трещин. Штучка 25 рублей. Вот набор, их всего лишь 6 штук. Дальше, очаровательный перламутровый чайник для чая, для заварки. Вот такой вот он, очаровательный, абсолютно новенький. Посмотрите-ка, насколько он красивый, он переливается. Никаких сколов, трещин здесь вообще нет и быть не может, потому что я все проверил. Вот так вот чайник, 150 рублей всего лишь. И сахарница. Очаровательная сахарница до кучи. Но пусть она будет рублей 100. Она тяжеленькая, ребят. Это не просто там такая сахарница обычная. Она хоть и советская, но из тех еще времен, видите, там какая-то маркировка. Все так красиво нарисовано. Дальше. Кружечки. К ней же кружечки, если хотите, можно приобрести по 35 рублей. За каждую кружечку. Вот. Походу это, по-моему, уже сервиз, да? Пусть будет как сервиз. Дальше. Вот такие стопки. Да нет, это не стопки, это фужеры. Да. Ну, короче, нет, не фужеры, а на ножке такие стопочки, да? Как же они, блин, вылетело с головы. Короче, без разницы. Вот, их всего 6 штук. Никаких сколов, трещин нет. Цена за 6 штук хрустальных 450 рублей. Вот такие. Это фужеры шампанское. Короче, их высота... Черти что, сейчас подождите одну секунду. Сейчас, еще. Иду. Вот линейка, сейчас я вам покажу. Короче, вот так вот, раз,
Высота 19,5 сантиметров. 850, вот так вот набор за 6 штук. Никаких сколов, трещин нет, они абсолютно новенькие, советского образца. Если вы могли заметить, это все качественное. Дальше. И вот такие вот. Здесь тоже 6 штук. Здесь небольшой сколик. Где-то я его тут видел. Короче, там очень такой микроскопический сколик. Вот так вот за весь этот набор тоже 450 рублей за 6 штук. Вроде бы все. Ну вот, собственно, да. Все, закончили. Короче, ребят, ваша задача посмотреть данный товар. Это тот товар, который приходит у нас ежедневно к нам в магазин. И после выхода ролика этот товар уже стоит на полочках. Вы либо заказываете его, не выходя из дома, заказывайте его в комментариях. И понимаете, что завтра вы 100%, если придете к нам в магазин, то обязательно его уже заберете. Не стоит там, да, бежать, спотыкаться. Давай быстрее в магазин, бежим, давай, а то ж разберут. Да никто не разберет, потому что все это вы увидите сегодня вечером. Вот прямо сейчас. Запишите это в комментариях, забронируйте это в комментариях. И обязательно завтра вы, никуда не спешив, можно даже послезавтра, главное написать в комментариях, когда вы данный товар забираете. Чтобы мы понимали и под вас все это подстраивали и откладывали этот товар вам на конкретное время, на конкретный срок, там все дела. Вот, собственно, и все. Мы заботимся о вас, чтобы вы лишний раз не бегали по нашим магазинам, да? А вы, в свою очередь, просматриваете видеоролики, понимаете, что товар такой годный, да, нам интересно, мы смотрим, мы берем, мы заказываем. Ну, то есть, по большому счету, удобно мы сделали, как я погляжу, что лишний раз не приходится бегать по магазинам. Вот, короче, как-то так. И так будет ежедневно, так как пополнение товара у нас ежедневно, каждый день у нас просто каждый день новинки, новинки, новинки. И каждый вечер у нас видео, видео, видео. И каждый раз вы просматриваете тот товар, который вам нужен, вы заказываете, если успеете. И каждый день вы получаете массу удовольствия от того, что я тут бормочу. Непонятно что. Вот как-то так. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. И поставьте лайк этому видео. Всем пока!